Выбрать такую кухню, чтобы потом ни о чем не жалеть и только радоваться функциональному и удобному гарнитуру. С решением этой задачи уже 25 лет успешно помогает фабрика мебели «Руссини». Ведь не менее важно, чем дизайн и внешний вид, наполнение кухонного гарнитура. Команда конструкторов, дизайнеров и рабочих «Руссини» изготавливает мебель исключительно по индивидуальным проектам, в которых учитываются все пожелания заказчика. И на сегодня фабрика одна из немногих в стране, где готова воплотить практически любые идеи, но отдавая предпочтение натуральным и экологичным материалам. А с помощью ручного труда и современной автоматизированной техники фасадам можно придать десятки вариантов текстур. На нашем производстве есть несколько ценных пород. Это ясень, бук и дуб. У нас был заказчик, который захотел кухню со своим шпоном. Шпон дуба. Были сшиты рубашки шпона, наклеены на вакуумном прессе непосредственно на основу. Далее пошкурка и отделка. Он был брошюрован, то есть были открыты поры, эти поры были заполнены черной краской, как здесь. И уже далее отделка лаком глянцевым. Основа может быть как ДСП, как фанера, так и МДФ. В «Руссини» с удовольствием возьмутся за проект любого масштаба и сложности. Например, от шкафа для хранения продуктов до барной стойки и даже целой кофейни, которая, кстати, в Твери пришлась многим по вкусу. Проект был необычен тем, что имел множество нестандартных решений, так как надо было сделать не просто мебель, а обшить стены, барную стойку из металлоконструкции, сделать какие-то новые декоративные элементы, угловые, плинтуса, бортики, резьба в классическом стиле. Результатом заказчик остался доволен, и мы тоже. А функциональные особенности кухонь «Руссини» можно протестировать в шоу-руме, который находится в здании фабрики. Один из главных нюансов при выборе кухни – качественная фурнитура, а именно ручки, мебельные петли и выдвижные механизмы. «Руссини» используют комплектующие самых известных и надежных европейских производителей – «Блюм» и «Хейт». Срок службы кухни также определяет качественная столешница, так как именно эта поверхность наиболее часто подвергается механическому, химическому и тепловому воздействию. Поэтому фабрика предлагает только те материалы, которые прекрасно служат много лет. Итальянские и немецкие столешницы из ЛДСП с водоотталкивающей пропиткой, массив дерева и искусственный камень корейского производителя. Столешницы из искусственного камня, в чем их преимущество? Они могут быть бесшовные, бортики можно не ставить, потому что у столешницы можно сделать антиперелив, то есть вот такую канавку. Столешницы можно сделать в искусственном камне как накладные, так и врезные. Если появились какие-то царапинки небольшие, то можно вызвать мастера, и он просто зашлифует, и столешница будет практически как новая. А чтобы понять, какие дополнительные механизмы действительно упростят и сделают комфортной готовку и эргономичным пользование кухонным гарнитуром именно для вас, сперва можно все протестировать на выставочных образцах в шоу-руме «Руссини». Если кухня небольшая, то мы предлагаем в ящике встроить дополнительный стол. Люди могут сесть, допустим, попить чай, перекусить или что-то приготовить. Еще как вариант использования пространства угловых элементов мы предлагаем лемонсы. Такая система хранения. Она с доводчиком, выдерживает до 35 килограмм веса. Если человек маленького роста, мы предлагаем вот такую конструкцию. Можно использовать еще одну полку, чтобы не вставать, как говорится, не на табуретку. В «Руссини», конечно же, учтут и все пожелания по размещению кухонной техники. Если нет возможности или желания устанавливать розетки на стене, то их можно сделать встроенными в столешницу. И при составлении проекта предложат самые удобные варианты размещения холодильника, духовки и микроволновки, чтобы техника не перегружала внешний вид кухни. Кроме того, фабрика предлагает любую конфигурацию моек из металла или искусственного камня от известного бренда «Флорентино». Они могут быть любые – круглые, квадратные, высокие, узкие, накладные, врезные. Здесь у нас представлена мойка накладная с двумя чашами. То есть можно использовать два места для мытья, для сушки и использовать стол для
моющих средств. А поскольку в Русине специализируются на мебели из массива, то могут реализовать любой декоративный элемент, например, вензель. И конструктивный вариант для хранения – лотки под столовые приборы, серванты, винные шкафы, полки для бокалов и тарелок. Словом, все то, о чем мечтает будущий владелец новой кухни, но не всегда может найти подобное решение у других производителей. А моя дочь убирает кухню, они построили дом, и много слышали от Русине, но вот все никак не могли доехать, наконец-то добрались. Очень устраивает то, что кухню можно сделать по индивидуальным размерам. Будет соответствовать и по функционалу, и по красоте. Гарантия на мебель от фабрики составляет 2 года. Но по отзывам клиентов Русине, кухни действительно долговечны и прекрасно служат по 10, 15 и 20 лет. Шоурум фабрики находится на Коняевской улице и работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 16:30.